посмотрите, пожалуйста, друзья мои, в этом саркофаге, в этом волшебном ящичке находится мумия египетская, а с ней шутить не нужно. Вот она, эта мумия. Вот она, эта мумия, находится в саркофаге. Сейчас очень тихо-тихо я попытаюсь распилить этот саркофаг вот этим волшебным мечом короля Артура. А как он попал в Египет? Этот меч никто не знает. Я же вам говорю, это же все чудеса, это же сказка. Здесь все возможно. И меч, и египетская мумия. Распилил. Не верите? Посмотрите сами. Сим, салаби, махалай, махалай, абракадабра. На три части. Распилил в этой волшебной коробке мумию. А вот они, эти три части, друзья мои. Это вот ножки забинтованные, вот это вот мордочка, вот это тельце. Возвращаем, друзья мои, возвращаем эти детальки, возвращаем вновь обратно в волшебный саркофаг. Она же, надо правильно еще засунуть их туда, а то еще проснется мумия. Надо произнести волшебные слова «Симсалабим ахалай махалай, абракадабра, симсалабим абракадабра, мумия, вернись в свой саркофаг». А вот.